Всем привет, Ютубу привет, вот крайнее видео мое по поводу термоусадочек на ручке самодельного инструмента. Так сказать, получила отклик неожиданно, ребята начали отписываться, предлагать свои варианты. Вот, например, есть вот такое видео, тоже мне попалось оно сразу, как когда американский товарищ, вот так его кличут, то же самое показывает, как вот он на молоток для блендинга купил тоже эта термоусадочка, которая одевается, чтобы руки не скользили, то есть дорабатывает. Все мастера, кто работает и работает, как говорится, с огоньком, не смотрят на то, что там фирменный инструмент, не фирменный, берут это все, дорабатывают так, как им удобно. Подсказали, значит, вот есть на eBay куча вот таких. Опять же, как мы видим, цена не особо велика за метр. Это на теннисные ручки применяется, для того, чтобы ручка не скользила, потому что при игре в теннис там, как говорится, нагрузочки не маленькие. И вот таким образом все это показывают. Ссылочки все эти будут под видео, как всегда. Вот я их выложу. Спасибо ребятам. Вот. Полез я то же самое на AliExpress. Это нам как-то поближе. То же самое. Вот. Где-то просто цены чуть разнятся. Но я продолжу эту тему. Еще раз повторюсь, ссылочки будут под видео, кому интересно, посмотрят и на AliExpress, и на eBay. И вот это вот видео то же самое. Ссылочку я выложу, кому интересно, посмотрите. И продолжая эту тему, я тоже побежал в магазин, решил накупить. Это было, так сказать, пробный шар. Вот эти вот ручки, я там по одному, по два инструментика, по одной, по две штучки наклеил и как бы посчитал, что это маловато, решил сбегать в магазин, купить разных. Почему? Потому что вот ручечки разные на инструменте. Вот. И в связи с этим понадобился, как говорится, объем для того, чтобы эти ручки, так сказать, облагородить. Скажу честно, да, действительно, это помогает. Очень приятно браться за такую ручку. Единственное, что я еще не определился, сколько слоев надо накладывать. Но тут вот есть у меня подсказочка маленькая. Вот я недавно приобрел такой наборчик крючочков из Китая. И здесь вот как бы по диаметру можно посмотреть, до какого диаметра это делать. Ну, как видим, мы сейчас я замерю примерно какой диаметр и сейчас скажу. Это уже вопрос к подписчикам. Вот как мы видим, тоже похоже на термоусадку. Вот, но она мягкая и толстая. Вот инструменты продаются, но, естественно, продавцы не признаются. Вот, довольно приятно это брать в руки. Такая, ну, по типу термоусадки. Может быть, эта термоусадка и есть, но я ее нигде не встречал. Вот. Если кто-то знает, что это, с чем это едят, ну, поделитесь ссылочками. Вот такой вот вопросик. Почему? Потому что термоусадка, она более тонкая. Вот, та, которой мы пользуемся сейчас. Может быть, кто-то знает, что это и как это. Все, всем спасибо. Пока-пока. Решил сделать дописочку. Вот, по поводу
окончательных размеров, как мне понравились. Вот эти все лишние вещи берем ножик, обрезаем. Значит, что? Я этот пруток у меня, он 5-миллиметровый, а на финише здесь ручка получается диаметром 10-11 миллиметров. Ну, короче говоря, 10-11 миллиметров очень, как бы, на мой взгляд, приятно и комфортно работать. Вот я решил теперь доделать все вот эти ручечки, то я там по одному слою, вот просто-напросто, это можно сказать, для красоты ни о чем. Ну вот, поскольку разные, опять же, у меня диаметры ручек и разная форма ручек, ну, в принципе, как видим мы, я люблю Т-образные ручки на инструменте, вот, но диаметры и форма разная. Здесь вот из квадратной трубы, вот здесь насадки вот такие, пластик от теплых полов. Там у меня вот эти вот насадочки, это водяные трубы, пластик. В общем, то, что подходило, то и бралось за основу для того, чтобы более комфортные ручки сделать. Понятно, что вот такие ручки заводские, они приятные, и все, с накаткой тут все хорошо. Но, в принципе, при необходимости можно и вот эти ручки доработать. Также, если будет в этом необходимость, проблем никаких нет. Взял термоусадочку, порезал, фен в помощь нам и вперед. Вот таким образом, вот. Я вчера посчитал примерно, прикинул, сколько мне надо чего. И с небольшим запасом, процентов 30, взял. Еще раз повторюсь, все это стоит копеек. Вот, получается, что где-то по сравнению с тем, вот как были ручки, где-то 5-6 миллиметров. Наращиваем слои, и получается то, что, как говорится, доктор прописал. Ну, на этом все. Всем спасибо. Пишите свои отзывы. Ну, опять же, отзывы по делу, а не всякую ерунду, как бывают, пишут. Я таких ребят сразу скажу, баню, и баню навсегда. Вот. А ребята, когда по делу пишут, какую-то помощь оказывают, подсказки делают, я всем очень-очень благодарен. Все. Еще раз всем спасибо за внимание. Пока-пока.